Здравствуйте, перед вами будет выступать Воронцов Александр Викторович, город Черемхово, Иркутская область, с песней «На работу как на праздник» и «По жизни точно так». Вот было бы, если бы все так, и жилось бы намного легче. Охота жить, как петь, и петь, как жить, и как на праздник по жизни слыть. Неплохо, правда, неплохо как, вот было б, если б, вот было б так. На работу, как на праздник, и с работы, как в кино, и вообще все закадычно, и во всем, чтоб повезло. Чтоб фартило в этой жизни капитально всякий раз, чтоб как в песне Залихванской, чтоб как песня задалась. И я стремлюсь вот так найти чего, гармонию почти что от и до. В семье, в работе и в делах принципиально вот было б, а на работу, как на праздники, с работы, как в кино, и вообще все закадычно, и во всем, чтоб повезло. Чтоб фартило в этой жизни капитально всякий раз, чтоб как в песне Залихванской, чтоб как песня задалась. Охота жить, как петь, и петь, как жить, и как на праздник по жизни слыть. Неплохо, правда, неплохо как, вот было б, если б, вот было б так. На работу, как на праздники, с работы, как в кино, и вообще все закадычно, и во всем, чтоб повезло. Чтоб фартило в этой жизни капитально всякий раз, чтоб как в песне Залихванской, чтоб как песня, ну, задалась. Спасибо. Всем такой жизни.